Блять. Не, на изи вытянем, блять. В прошлый раз играли с Соди и Войдом. Типа не сказать, что на изи, ну, блять, нормально. А с тобой, ну, в общем, вопрос. То есть вы против трех пределов играли? Да. Ну то нормально. И там еще три вещи сейчас будет, ну, и нас разъебут. Ну там. Чуть подохнул. Что это за Алина, Фреш? О, я не вижу мистер. А, ладно. Я, ну, пойди твою. Нет, это, блядь, Алексей, твое оно где-то вот тут. А ну, я же... Ты же зеленый? Да. Че, блядь, опять эти две пизды тупые в одном месте? У тебя там еще сзади есть, нифига ты мажор. Не, вроде там 4 шахты. А, это Войд посередине. Ты красный. Нет. Там три пуговицы стоят, ошибки и все. Далеко не закончен. Чё ты говоришь? Ещё работы нет. Дай ты не дам. А, ты не дам. Это потом. Ну и хули так погает. Кто свернул, сука, Алексей? Ну, по-любому. Нет. По-любому свернул. Блять, там одна охрана, серьезно? То есть одна манта всего в охране стоит. Надо захватывать города. Вот в этом проблема этой карты, что слишком слабая охрана. Ну да, боты слишком быстро будут развиваться. Вот этого разведчика поставь сюда, вот. Слышишь? Какого? Вот этого. Поставь вот сюда, к этому городу.
Блин, там три саламандры. Не знаю, лучше подождать, пока не... Ага, не дрюсами. Хватит, что такое, да? Блядь, что ты делаешь? Я хуй знает, что так лагает. Вот, блядь, дахло, обязательно надо подтянуться перед тем, как выстрелить, сука, мудак, ебан. Ага. Все. Вот, сука, выкупил гантураз. Пидор. Нормально, сразу минус 3 маны. Ну, чисто сплэш. О, шикарно, уже раз напал. Пырок ебан. Ни хрена ты далеко пошел. Нахуй, блядь. Там, блядь, ты справишься. Ты сказал, блядь. А чё, думал, справишься? Чё нет? Войт, ну стой, блядь, помогай. Блядь, желтая херня подошла. Сука. Я бы сейчас с удовольствием использовал способность третью, но мне нужна сотка золота. У меня нету сотки. Это очень херово. Согласен. И пать их тут много, вот гандоны. Они пидоры. Не, это все. Счастье, подойдемся. Ну давай подойдет. Ой, ты тебе помоги, Алексей. Как чек.
Да ты заколебала, блядь, на них связать свои способности. Это твоя звезда. Бать, она еще и не жила с ним. Третий спал. Как не достроится этот военный район, сука. Так, продвигаемся дальше. А сколько там ресурсов надо? На что? Чтобы передать ковчег, потом мне не хватает даже на это ресурсов. Да не надо. Что, просто к тебе его прикрепить и все? Герой. Мне там оранжевый штук выбирается. А где ты его увидел? Ну а то это что такое? А. Там пчел мои хуярят, сука. Говнюк. Блять, здесь по идее. Мать одного ягуара есть. Ладно, я, пожалуй, вернусь.
вот здесь этих манту поставь. А, блин. Там не мало. Там, я думал, только там только герой. Да, блядь, вот он, Гондон. Откуда тут круги вообще взялись? Вот, и вообще центр это твой фланг. Что-то центр. Первый уровень героя, наверное, до сих пор. Ух, они там город крайний молчает конкретно. Блять, вот как он здесь этот круг поставил? Короче, вот ты защищай, я пошел свой план. Подиума. Ёбан. Сейчас, минуту, подождите, ребят. Чё, паузу ставить или чё? Что ты говоришь там? Я особо не смотрел. Ты пошел на левый фланг? Смотря как ты смотришь. Ну, на свой, на оранжевый. Ну, да. Да я тут Джакома разъебал, в принципе. Надо великий, сука, строить уже. На предел, сука. Откуда у тебя идут? А я ему подаю. Нахуя? А потому что мне лень его вот это перетаскивать сейчас, потом контролить еще. Вариант. Так, помощь нужна. Призывные. Так, поехали.
крепость тяжелый квест. Че, есть еще идол? Че, еще одного дать? Ну, неплохо будет. Дайте 300 золота. Ну пожалуйста. Одну дал. Тонуть хочешь? Хотел, да, ну ладно. Он в одиночку небольшую армию разнес. Все.
Блять, подходи, ты ёбаный в рот, блядь. Чё у вас? Капец, у меня одно гнездо, да, вот две сломаны. И обе они лучше. Какой-то баг. Не знаю, с чем связан. Чё, идолов просрал уже? Да. Вот. Да, да. Ну чё, наступаем. Алексей. До какого уровня? Ковчег, до какого уровня? Третьего. Я сразу же вкачал его до третьего и отдал. Да неужели обе саламандры вкачают за сейчас до третьего уровня? Просто ты вот не отдал пока не сейчас. А, да, я не отдал. Да, реально они вкачались обе. Охренеть. Ой, это факты. Это две разные сломаны. Две разные? Да. У одной есть баф, типа, цепочки, а у другой нет. Я не знаю, почему так. Давайте пиздаем сейчас этим джаком. Это баф. Нормально так качает. Где-то тут сверкает. Просто. Пизды дали. Ага. Это предельные были? Да. Ну и все, а нахуй, ёбаный на в рот. 1500. Нормально копьёт. У меня 500. Заебись. Хорош. Ты вот на грани. У меня уже пятый уровень героя. У меня только-только в